По заводу Райзера будет даже демонстрация новейших моделей, созданных нашим добрым танцером. У тебя куча болтов. Это хорошо. Но нет разжигателя. Это плохо. Так купи его. Видимо, главный офис наверху. Вот на этом самом конвейере собрали меня. Во мне борются противоречивые чувства. Твой плазмострел не мешало бы улучшить. Да! Все-таки я на этой неделе добью квоту. Тебе что-то приглянулось? Ха-ха, круто! Забирай свой разжигатель! За этим силовым полем заправочная станция. Идите к станции, я прикрою. Сможете обойти турель? Вот класс. Нет. Зурконы, не волнуйтесь, вас ждут и другие сюрпризы. Готовьтесь. Чтобы отомстить, ты
работает. Заправлен. Хорошо. Занимаем верхний уровень и заходим в тот офис. Видите, боевых роботов у нас предостаточно. Идеальный момент для выхода на новые рынки по всей галактике. Можете расслабиться, я уже здесь. Прощай, глупый рейнджер. Я цел! Вы хотите сами?
Можете попрощаться с жизнями, Рэй. Я бы не прочь поглядеть, но мне пора. Бай-бай! Нельзя допустить, чтобы этот слизняк сбежал! Истин закон несет вам смерть! Стреляй, все получается! Не смей стрелять, миссис Зубон! Попробуй увернись!
Бларков. Подумаешь, просто случайность. Так держать, рейнджеры, они слабеют. На сей раз ты не уйдешь! Виктор Конки, он проник на Феникс. Нужно уходить с мостика. Огонь распространяется! У меня идея. Ты можешь задействовать систему пожаротушения? Да, но это будет непросто. Энергоядро повреждено. Пришлось перенаправить все питание на основные системы. Можно запустить аварийный генератор, но это придется делать вручную. Как добраться до запасного генератора? Но панель управления дверью в инженерном отсеке закоротила. Подождите, я с ней и разберусь. Скорее. Ты надеешься убежать от меня? Вот, заходи. Я прибыл в инженерный цех. Пару резервных генераторов, чтобы восстановить энергоснабжение. Только вот, чтобы их запустить, тоже нужна энергия. Сообразишь что-нибудь? Предоставь это мне. Thank you.
На мелкие кусочки! Огонь распространяется! Насосами. Теперь ты попался. Ищу путь, который можно добраться до зала контроля урона. Насосы там. Не останавливайся. Я именно так и предполагал. Надо было бросить тебя в мусоросжигатель еще тогда, на кварту. Бестолочь ты железная! Осталось чуть-чуть! Вот! Залезай! Спасибо, Эларис. Я в центре по управлению ЧС. Попробуй перезапустить насосы. Там должна быть консоль. Я с этим разберусь. Ты пока помогай рейнджерам. Thank you.
Прочность упала ниже 50%. Останови этого маньяка! Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов.
Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Это вращающееся устройство, похоже, и есть ключ к тому, чтобы собрать здесь всех роботов. Тебя раздавлю и скромсаю! Вон он! Двинь по нему! Система пожаротушения активирована.
сбит. Ты там как? Я сумел пробраться в депланетизатор. Направляюсь к звездолому. Ясно. Будь начеку. Ну, какую планету? А, тут ломба. Уничтожить его. Твой визит будет недолгим. Я попал!
Вот класс. Патронов нет. Энергия депланетизатора 50%. Ерунда! А что, Кора, Королюк, правда родом с Самары? Славно! Я не просто упомянул вашу кусочком красивой планеты, но и разрушил галактического рейнджера! Двойная выгода! Сопротивление довольно сильное, но мы справимся. Мистеру Зуркону скучно. Вы у меня в офисе. Молодцы. Но скоро ваше приключение закончится. Я построю для нас новый мир, а потом еще один. Еще. Только представь, десятки населенных Кларгиной планет, сотворенных не природой, а моей компанией. На обломках вашей галактики мы возведем целую империю. При этом, очевидно, многие вынуждены будут расстаться со своим домом или даже жизнью. Но в таком деле без жертв не обойтись. У этого Дрека рот вообще закрывается? Угрожаешь мне, жалкий махночек? Эй, ты! Бег по лазерам! Ты же сказал, что это просто шедевр! Живо надел карту и получи расчет! Снова роботы! И приведите ко мне предателя! Я сделаю из него что-нибудь полезное. Стендер, лезь на всех шумогенераторов, которые помогают отдыхать. Энергия депланетизатора 95%. Идем, мы почти у мостика.
сам себя не усовершенствует, знаешь ли. По рукам! Швырни врагу в лицо перчатку Рока! Мистер Узурконус, скучно. Он направляется к терминалу Звездолома. Остановите его! Ёлки-палки, и сколько же звездок? Спасибо, Иларис. Какие новости? Я расшифровала файлы Нефариуса из Дрэк Индастрис. Умбрис. Его следующая цель. Ядро Умбриса состоит из чистого тетрагена. Если его взорвать, разразится катастрофа. Согласно звездному календарю Соланы, сегодня ночью состоится парад всех планет в системе. Если Умбрис взорвется, взрыв накроет всю систему. Доктор Нефариус просто использовал Дрэка. Он хочет уничтожить систему на глазах у рейнджеров. У меня есть план, как уничтожить дипланетизатор, но на сей раз нам лучше избрать скрытный подход. Для начала нужно кое-что раздобыть. Отправляйтесь в штаб-квартиру Гаджетрона на Калиба 3 и ждите моих указаний. Может, такой прибор мы сможем добыть в штабе Гаджетрона?